Я работаю в Академии общественных наук Китая, Институт России, Восточной Европы и Центральной Азии. Я лично заведующая отделом Беларуси. Я ответственна за работу исследований Беларуси. Меня зовут Чао, фамилия Чао, имя Хуйрун. Раньше я много работ сделала для Беларуси. Я переводила историю Беларуси и издала первую книгу о истории Беларуси в Китае. Во время визита президента Лукашенко в Пекин мы организовали презентацию этой книги. И много послов в Пекине участвовали на церемонии. И они очень завидовали, потому что много послов, мои друзья, они сказали, что когда-то для нас переводить вот такую научную монографию, чтобы в Китае побольше узнали о нашу страну. Вот видите, наша академия очень как уделяет большое внимание на отношения, на сотрудничество между Китаем и Белоруссией. И знаете, в 2015 году, когда наш председатель Си Цзиньпин имел визит в Беларуси, наш президент Академии тоже участвовал на визите. И между нашей Академией, именно Академией общественных наук Китая, и вашей Академией, Академией наук Беларуси, заключили соглашение. И вот эта книга «Переводить историю Беларуси» именно часть содержания соглашения. И кроме